Вы верите, что синдром сухого глаза можно вылечить за 4 процедуры? Раньше сложно было в это поверить. Известно, что эффект от традиционного лечения синдрома сухого глаза наступает через несколько месяцев. Ремиссии короткие, а пациенты слабо привержены к лечению. Эта ситуация настолько актуальна, что была даже опубликована научная статья по заблаговременному формированию реалистичных ожиданий пациентов к лечению синдрома сухого глаза. Почему пациентам нравится новый метод лечения? Ну, во-первых, он вызывает улучшение сразу после процедуры. Во-вторых, уменьшает симптомы в два раза. И в-третьих, ремиссия достигает 2 лет. Этот метод называется IPL-терапия. Реализуется он на аппарате под кратким названием M22. Пионером в этой области был американский хирург-офтальмолог Роландо Тойес, который уже более 20 лет использует M22-терапию для лечения синдрома сухого глаза и других нозологий. По данным профессора Бржевского Владимира Всеволодовича, стабильность слезной пленки достоверно увеличивается на 46% после курса M22 IPL-процедур, а индекс слезного мениска увеличивается почти в 2 раза. Доктор Стивен Делл из Техаса доказал, что M22 IPL-терапия улучшает практически в 2 раза объективные и субъективные показатели синдрома сухого глаза. Давайте послушаем результаты исследований профессора Мальчука Дмитрия Юрьевича об использовании M22 IPL-терапии. Вот так выглядит эффект терапии. На верхнем слайде слева у нас начало лечения. Вы видите, какая вязкая, неприятная, плохо выделяющаяся секрет выходит из мекониевых желез. Через месяц после одной процедуры уже секрет выходит радостный, нежный и значительно более легкий. Через 2 месяца пациент в идеальном состоянии, и этого хватит, ну, скажем, на 1-2 года совершенно точно. Офтальмологу Лаури Перриман из Сиэтла достаточно всего 1 процедуры на M22 и 5 дней, чтобы полностью вылечить острый холязион без использования медикаментов. А для лечения хронического холязиона потребуется всего 2 недели. Анастасия Олеговна Лошкарева из МНТК имени Федорова в Москве получила удивительные результаты при лечении аллергического конъюнктивита с использованием IPL-терапии. И только через 3 года вышла научная работа в Китае, которая подтверждает исследования нашего ученого. В настоящее время метод IPL-терапии на аппарате M22 врачи-офтальмологи с успехом используют в лечении более 15 нозологий. Можно сказать по-другому. Более 60% пациентов на приеме показан этот метод. Благодаря этому методу доктор Роландо Тойес за 20 лет открыл в США 3 клиники и имеет опыт работы на всех 6 поколениях аппаратов M22. В 2017 году Международное общество по изучению слезной пленки и глазной поверхности включило IPL-терапию в официальные алгоритмы лечения синдрома сухого глаза. А в 2021 году этот метод получил одобрение FDA. В настоящее время опубликовано более 600 научных статей на тему использования IPL-терапии только в офтальмологии. Все ведущие федеральные центры Москвы уже используют M22 IPL-терапию. Используют ее также и в других городах России. Хотите узнать больше? Вы можете записаться на мастер-класс в Москве и при желании привести на него своего пациента. Можно заказать презентацию с обсуждением. Дистанционно мы проведем для вашей клиники круглый стол. Вы также можете обсудить с отделом продаж условия приобретения аппарата M22. Оставляйте ваши заявки.